Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня подготовили для вас такой красивый весенний летний ажурный узор. Узор сетка, хорошо держит форму, не растягивается. В начале резинка 1х1, можно заменить ее. И также перешли к вязанию основного узора. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Он получается такой двухсторонний. Это пряжа Alize Baby Wool. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Ссылку на пряжу оставляем внизу в описании под этим видео. Представлена широкая палитра цветов. Можно будет оформить заказ и также подписаться на наш канал. Давайте приступим к вязанию. Таким узором можно связать топ, футболку или кофту. Также можно связать летний плед. Здесь в 50 граммах 175 метров. Я уже заранее подготовила и набрала петли. Раппорт узора вяжется очень просто, всего лишь 4 ряда и 2 петли. Здесь у меня 10 петель кратно на 2, то есть я набрала на 4 раппорта, это 8 петель и плюс 2 кромочные. Вначале провяжем 2 установочных ряда, кромочную петлю снимаем и провязываем все петли лицевые до конца ряда. В начале кромочную мы снимаем, в конце кромочную провязываем изнаночной петлей. И приступаем к вязанию второго ряда. Также кромочную снимаем и второй установочный ряд точно так же все петли провязываем лицевыми. В конце петля кромочная. Все. И теперь давайте приступим к вязанию самого раппорта. Кромочную петлю снимаем. Далее мы переснимаем лицевую петлю. Левой спицей мы заводим ее левую на один ряд ниже, подхватываем, есть. И вот отсюда вывязываем лицевую петлю и пересняли. То есть из одной петли у нас получилось 2, и теперь одну петлю изнаночную. Это и был раппорт. Повторяем. Пересняли одну петлю лицевую. Теперь заводим спицу на один ряд ниже и подхватываем так. Провязываем одну петлю лицевую. Из одной петли получилось 2, одна петля изнаночная. Повторяем еще раз. Петлю пересняли, спустились на один ряд ниже. Петля лицевая и петля изнаночная. И последнее повторение. Петлю пересняли, спускаемся на один ряд ниже, провязываем петлю лицевую и петля изнаночная, кромочная. Теперь приступаем к вязанию второго ряда раппорта. Для образца я взяла пряжу, которая немного толще, чтобы вам было видно. Кромочную петлю снимаем и провязываем. Одна лицевая. И теперь из двух петель, вот они у нас идут рядом, мы провязываем одну лицевую. Лицевая. И из двух петель провязываем лицевую. И так до конца ряда все петли лицевые. В конце будет петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. И сейчас посмотрим основной узор. У нас основной узор идет в шахматном порядке, поэтому мы будем вязать 3-4 ряд немного по-другому. Кромочную снимаем, сначала провязываем одну петлю изнаночную и теперь следующую петлю переснимаем. Левой спустили спицы на один ряд ниже и провязали одну лицевую. Повторяем, одна изнаночная, петлю пересняли, спустились на один ряд ниже и петля лицевая, изнаночная, петлю пересняли, лицевая и последнее повторение, петля изнаночная, петлю пересняли, спустились на один ряд ниже, так, петля лицевая. И в конце петля кромочная, вяжем ее изнаночной петлей. И теперь точно так же кромочную петлю снимаем и провязываем из двух петель 1 лицевая и 1 лицевая. Повторяем так до конца ряда. Раппорт вяжется очень просто. Всего лишь 4 ряда и 2 петли. В конце петля кромочная.
Все, теперь все повторяем с первого по четвертый ряд. Покажу еще раз вам сам образец. Эта пряжа немного тоньше идет, Alize Baby Wool. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Ссылка будет внизу в описании под этим видео. Переходите, оформляйте заказ на пряжу и подписывайтесь на канал.